Это очень грустная история. Племянники уже проснулись и просят подавать чай в библиотеку. Состояние покойного лорда Андерстенда оценивается в 1 000 000 фунтов стерлингов. Мы что, мы богатые наследники? Но появятся ли наши имена в завещании? Доброе утро, джентльмены. Примите мои соболезнования. Как сэр Роберт распорядился своим наследством? Вы же можете мне сказать? Могу. Сэр Роберт распорядился своим наследством исключительно мудро. Завещаю все мое состояние, а также движимое и недвижимое имущество, оцениваемое в 1 000 000 фунтов стерлингов. Джентльмены, остановитесь. Вы же джентльмены. 3 моим племянникам. При одном условии. Все мои 3 племянника должны жениться до следующего дня рождения королевы Виктории. Дядя Роберт сошел с ума. Подумать страшно о себе. Кошмар. В случае, если мои племянники не выполнят это условие, все мое состояние переходит моему другу, русскому генералу Ивану Алексеевичу Едалову. Боже, как трогательно. Хоть снимай в синематографе у братьев Люмьер. Господи, Джордж, что вы делаете? Моя жизнь в ваших руках. Дорогая мисс Элизабет, дядя Роберт оставил мне наследство. Ну, не совсем оставил и ни одному мне. Стоп, может быть, еще не все потеряно. Не все? Она уходила в слезах? Ну, да. Тогда все потеряно. Все потеряно. Ужасно. Ужасно, ужасно. Ужасно, что вы здесь курите. Все в порядке? Филипп, он влюблен. Филипп! Он не все вам рассказал, милый наш. Дядя сэр Роберт завещал им 1 000 000 фунтов стерлингов. Я завтра все равно уеду отсюда, и вам не придется исполнять роль посредника. Потому что я не знаю, как другие, но лично я собираюсь жениться на Франсине. Свадеб должно быть 3 и не меньше. Скорее ваша лошадь, Джордж, научится играть на скрипке каприз Паганини, нежели завтра вечером вы будете богаче, чем сегодня. В таком случае я предлагаю жребий. Это смешно. В таких делах полагаться на жребий. Джордж. А я согласен. Я тоже. Элизабет. Франсина. Агата. Значит, за мной 300 тысяч. За мной дают 100. А за Элизабет 600. И 1 000 000, который должен был достаться вам, достанется мне. Джордж, у тебя еще есть патроны? Да, есть. Постой, кого ты хочешь убить, его или ее? Я хочу убить этого проклятого дядю. Как? Но он, к сожалению, подлец, умер. Мне просто единственное хотелось узнать, каким образом... Я лучше себе пулю в лоб пущу. Ну как это все? Все уже собрались, да. Мистер Камерон. Какое он имеет право делать там замечание? Нет, я не понимаю. Понимаю, мистер Кэмерон. Я уезжаю в Россию. И там я встречу своего сжатого. Суженого. Подусеку! Подскребли! И племянников наскребли! Роковая любовь. Для мужчин знатного рода это очень опасно.
мое появление еще никогда не производило такого эффекта. Даже в палате лордов. Так поступает любой лавочник, любой оборванец. Верно, братец Филипп? А у нас в стране секса нет. Вот именно. Я люблю Элизабет и не могу брать никого другого. И мне не нужна моя доля. Из-за каких-то денег. Дорогой дядя Роберт, я хороший мальчик и весь год вел себя хорошо. Пожалуйста, подари мне к дню рождения королевы 600 тысяч фунтов и немного крысиного яда для моих родных братьев Джорджа и